Ему нечего есть, негде спать и прятаться от холода. Он всего лишь маленький котенок в большом мире. Но однажды, в канун Рождества, он встречает родственную душу, обретает семью и кров. Такая сказка, которой вполне есть место в реальной жизни, стала основой спектакля под названием «Бомжик». Его поставили в ТЮЗе. На репетиции накануне премьеры побывала и наша съемочная группа. Нет, просто показалось. Наверное, внизу. Жили-были две одинокие души – бабушка Серафима и котенок по кличке Бомжик. И вот в канун Рождества их дороги пересеклись. Тому, что из этого вышло, и посвящен спектакль. Просто написать веселую сказку – это одно дело. Я не умею так писать. Тут происходит очень. Это же Рождество, рождественский подарок. Господь видит, Господь родился. Что-то должно произойти, какое-то чудо. И поэтому чудо происходит вот с этим существом несчастным. Каждому из героев эта встреча что-то подарила. Бабушке верного друга, котенку уютный дом и любящую хозяйку-наставницу. Впрочем, самое главное, что это принесет маленьким зрителям. С любовью надо жить, по Божьему закону надо жить. Если в каждом человеке есть вот это чувство, доброта, любовь, вот на земле гораздо лучше, легче, возможно, живется. Очень много у нас брошенных детей, брошенных вот кошек, собак. Через них вроде бы воспитать надо маленькое поколение. Премьера спектакля назначена на 25 февраля.